Семья Шапеновых возрождает духовное наследие и объединяет население родного округа. В селе Горьковское Акжарского района состоялось открытие новой мечети. Также на праздничном событии жители насладились национальными спортивными играми и богатым дастарханом. Подробности далее. Марат Шапенов – руководитель фермерского хозяйства «Бикет». Аграрий и его семья организовали большое событие для всего округа – открытие новой мечети. Проект олицетворяет собой любовь, заботу и терпение. С таким же трепетом потомки Мухаммедьяра Шарафиддин-Улы относятся к жителям села, чтят традиции, обычаи казахского народа и задумываются о будущем молодого поколения. Наша задача – усилить национальные ценности, воспитать надежное поколение, вера в силы будущего молодежи. Каждый гражданин, вкладывая силы в развитие сферы, способствует развитию родной страны. Если будем воспитывать сегодняшнюю молодежь, то в будущем будет сильное поколение. На открытие приехали многие – жители и уроженцы округа, коллеги, друзья, семьи. Люди выражают благодарность Шапеновым и всем, кто оказал содействие в строительстве новой мечети. Хочется верить, что в каждом уголке этого мира есть люди, которые также стремятся к духовному возрождению и объединению людей под единым шанраком. Мы, представители старшего поколения, желаем нашим детям и внукам счастья. Пусть Аллах осветит их путь. Участие также принял главный имам областной центральной мечети Кызылжар Хамзат Кажимуратулы. Открытие новой мечты – важное, светлое событие для всех мусульман. Отныне оно всегда должно быть наполнено людской добротой, миром и стремлениями светлого будущего для округа и нашей страны. Поздравляю! Сегодня Марат Шапенов развивает сельскохозяйственную сферу, создает рабочие места, возводит дома для работников предприятия и переселенцев из трудоизбыточных регионов Казахстана. В совхозе мы построили 18 домов. Тут находится 200, имеется вообще 200 домов. На сегодняшний день построен ХПП, ТОК, имеется все инфраструктурные работы ведутся. Также у нас есть МТМ, ремонтная мастерская, гараж. В строительницах все задействовано, все работает. На территории сельского стадиона выступили солисты областной филармонии имени Акансера. Наряду с этим состоялись игры по различным видам спорта. Казах Куреса, поднятие гирь и армрестлинг. Также жители и гости насладились конным забегом. Мастерство и талант продемонстрировали более 10 профессиональных скакунов. Победители соревнований награждены денежными призами. Тамерлан Тлеубаев, Денис Кузнецов, служба новостей.